Так, ну это уже третья серия или четвертая. Вот это вот башня, которая уже опять поет начинает. 16 колоколами. Вот это что-то. Это просто озеро. Где-то тут. А, ну это просто озеро к этой башне. Я думала, что-то новое. Так. Ой, как красиво. Звук какой красивый. Почти как в наших церквях. Вау. Опять хочется перекреститься. Господи, спаси и сохрани. Хоть это и не церковь. И вон сколько рыбок. Черных. Торжественный момент, когда звонят колокола, всегда очень почему-то торжественное такое чувство. Нельзя кричать. А, вот оно что-то. Ой, как интересно. Экседра. What does it mean, экседра? I don't know. Так, вот это что-то типа солнечных часов, что ли. That's the name of this little thing here. Могу я сюда зайти? Я надеюсь. Итак, что это такое? Это просто как бы в память об этом Буке, Уильям Бук, Эдвард Уильям Бук. Вот это его соседи соорудили вот такую красоту, типа памятника для него. Видно, сюда, когда набирается водичка, что-то происходит, не знаю. А сейчас я вот с этого холма сделаю The kiss of the sun for random, the son of the bird for mirrors. You are near God's heart in the garden than anywhere else on earth. Ну это прощальные стихи. Не будем о плохом, будем о хорошем. Жизнь продолжается. Жизнь прекрасна и удивительна. Просто удивительна. Ой, как здорово. Не, ну, буйство, безумство природы. И колокольный звон, аж мороз по коже идет. Мы сейчас по всем этим дорожкам пройдем. Вот это весь парк покрыт такими дорожками. Красота бесподобная. А, как здорово. Как здорово. Солнечко.